Ребятки, всем доброе утро. Я сейчас забрался, взял с собой спиннинг и лодку и еду навстречу к другу Евгению. Мы договорились с ним сегодня отправиться на рыбалочку с плавом по реке Воронеж. Итак, впереди встреча с Женей. Время сейчас у нас, смотрим, 3 часа 12 минут, за бортом плюс 15, практически полбака бензина. Вперед! Не знаю, видно меня или нет. Так, ребята, но мы с Евгением встретились. Вот он ставит свою машинку подальше от реки. Мы распарковываемся. Это будет наше место выхода из реки. Вот сама река, туман. И здесь вот слышны голоса, наверное, отдыхающих с палатками. Время уже 5 часов утра. Мы практически готовы. Единственное, нам осталось теперь подняться вверх по течению на машине и зайти, начинать сплавляться. Готовить лодки. Ну что, поехали дальше. Через 600 метров вы прибудете к месту назначения. Ну, пока едем. Да, пока едем, ищем место, где нам войти. Ориентируемся по карте. Потому что подъезды к реке через село мы не знаем. Как умеем, так и ищем. Слава Google Maps. Так, ну мы подъехали. Пока не знаем, что это, река это или... Что-то за пруды какая-то. Ну, похоже на речку. Сейчас еще раз карту мы включим. Походу, похоже на речку. Так, сейчас мы посмотрим по карте. Река Воронеж, Жень. Река Воронеж. Вот наше место. Поймаем мы сегодня с тобой рыбку. Расстояние, конечно, мы взяли ого-го. Но я думаю, где-то за десятку точно. 100%. Так что сегодня у нас такой марафонский физкульт чемпионский будет заплыть. Так, тут надо аккуратно, чтобы не проткнуть. Дебаркадер нам. Не порезать его. Не поколоть. Увидите Женю, и как ежик в тумане. Солнышко стоит, красота. Есть маленький. Ох, как дергает. Вот такой кушок. Вот такой. Вот такой, ребятки. Видите? А кушочек. Тихо. По
не шуми. Байтбрейс. Поставим таких вот рачков двоечку. Попробуем на них половить. Ой, какие же они все промазанные, промасленные. Вот у рачка есть брюшко, такое вот пористое. Там мы выведем наш крючок. Опа. По-моему, впереди мель или отмель, как правильно. Мель и отмель. Вот так вот сделаем. Такого интересного рачочка. А я сейчас вон на буренина буду кидать. Вот он сидит, малыш. Щука. Ты прикинь, Жень. Я поймал окуня, а окуня щука атаковала. Смотри. Смотри, что творит. Смотри, смотри. Лянь, 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 не отпускай, отпустила. Опять, опять, смотри, атаковала. Смотри. Сейчас. А ты мне подсак отдал? Да. Ну что, поймать ее? Ну такая небольшая. Хоть еще удочку нафиг утащит. Под лодку уходит. Смотри, что творить-то. Опа. Все, попалась, которая кусалась. Оп. Короче, и окунь, и щука в одном флаконе. На живца. На живца. Бутерброд. Оказывается, на микроджих тоже можно щук ловить. И неплохих. Вот таких вот щучек. Ох. Нюх, ребята, еще один. А нет, это не окунь, это щучка. Это, ребятки, щучка. Это щучка. И такая щучка, в принципе, и неплохая, как бы. Куда под лодку? Под лодку не уходи. Опа! Успел, блин, прикинь, оторвалась бы. Щучка такая же, Жень. Опа. Отлично. Мы их сейчас закуканим. Закука-куканим. Так, где у нас второй куканчик? Все на того же рачка берет. Какая чистая водичка, это вообще супер. Красота, прям хоть пей. Ребятки, мы высадились с Женей вот на такой замечательный, дикий, необитаемый остров. Да, он, правда, кто-то здесь тут уже что-то жег. Обитал. Обитал, да, он там чешуя от рыбы. А вот, перевели дух, попили водички, искупались в этой чистейшей, прозрачнейшей водичке, теплейшей. Это вообще замечательно. Ребята, какая здесь природа. Ну, там где-то орел вдалеке парит.
Здесь нет никого, кроме нас, Жень. В общем, мы перевели дух и сплавляемся дальше. Нам осталось буквально километра, ну, 2 от силы. Вода теплая, река быстрая, течение нас несет все ближе и ближе к месту выхода. Жалко, ребята, все заканчивается. Но надеемся, все интересно еще впереди, и рыбу мы еще поймаем. Тащи. Ох, красота. Ого, щуренок. Так, ну вот мы ловим вот на такого вот рачка, который вибрирует своими щупальцами с высокой частотой. Bitebirds или Bitebreed, тоже двоечка. Съедобная насадочка. Ну, вроде тоже играет. То есть, смотрите, видите, играет. И поставил я пятерочку сюда. Ушастенький грузик, потому что здесь сильное течение. Нужно, чтобы наживка успевала опуститься до дна. И постукивая по дну, сплавляемся потихоньку, вываживая рыбу. Окушок хороший. А может и не очень. Ну, бьется он неплохо. Ох, какой хороший. Стоямба, стоямба. О! Прям с глубины. Глубины тут неплохие. Сидит, вот он, окуняндр, окуняндр, вот он, окуняндр. Вот как. И попался он, ребятки, на рачок. Вот такой красивенький окуняндр. Да, отпустим. Пупкил рок илшат. Чик. Вот он. Вот, сели в этот, в обратное течение. И окунь пошел. Тоже на рачка. Вот он какой. Окуняндр. Пусть плывет. Не-не-не, ух ты, глянь, еще один окунь его чуть не сожрал, прикинь, еще больше подплыл. Что-то тут с этими, друг с другом они тут что-то творят, жирают друг друга. Ой, какой окушок. О, классный, да? Пробросим вдоль бережка. Опа, 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 опа. Вот он, ребятки, матросик. Идет. Идет маленький матросик. Вот он. Вот какой. Отпустим матросика в освояси. Резину съел, ничего себе. Вот он наглый какой. Нету, снял. Опа. То ли что-то солидное, то ли что-то... Вот такой кушок. Неплохой, в принципе, да? О, пойдет в кузовок. Окушара. Хороший. О, какой, да? У меня сидит Джека. Полосатый. Вот он. Вот такой. О, какой. Стоп. Иди сюда. Маленький. Пустим. Иди. Опа. Ну что, ребята, вот наконец-то мы добрались до нашего места выхода. Вот она, машинка вдалеке. Здесь уже пляжная зона, много отдыхающих. Женя, как у тебя самочувствие? Завтра покажем. Ну, а еще слабо столько же в обратную сторону. Но уже против течения. И даже по течению уже что-то сомневаюсь. В общем, мы ударными темпами наконец-то доплыли до нашего места. Сейчас будем приводить себя в порядок, наши лодки, снасти, и собираться в дорогу. Чуть позже покажу, что мы поймали. Сейчас все это вытащу.
Вот такая лодка получилась. Вот мы, ребята, и собрались. Высушили наши лодки, собрали наши снасти, рыбу. А рыбу, кстати, я, ну, не люблю показывать, ну, потому что то ли боюсь сглазить. Как говорят, поймал рыбу и держи ее при себе. Но мой друг Евгений попросил, вернее, обратил внимание на то, что я не показываю свой улов. Так вот, я исправился, показал. Кстати, передаю Жене привет и сожалею, что нам так и не удалось сегодня сплавиться вместе, порыбачить. Я думаю, все еще впереди. Но, тем не менее, такой получился у меня сюжет. Сильно не ругайте. Кому понравился, ставьте лайки, дизлайки и подписывайтесь на мой канал. И не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока!